Привет, друзья! Засыпал золой пару ведер, рассыпал по снегу, чтобы быстрее он сходил. Как бы черная вроде побыстрее тает. Вот они. Пчелки, облета не было еще. Один уж не вылетает, пытается, но облета как такового еще и не было. Сидят. Кое-где тепло над гнездом. Какие-то семьи уже сеют, какие-то нет еще. Ну и решил я снять этот ролик коротенький, как предостережение. Все семьи у меня зимовали в основном на сахаре, но одну я оставил на меду. И вот что из этого вышло. Одна из моих лучших семей, что с ней стало. Было очень много подмора, прям гора была подмора. И семья чужевая. Вот посмотрите. Наверное, видно поднос. Видно, вон он на рамочках. Ну, живы. Дай бог, что разобьются. Почему это произошло? Потому что в Сибири очень много пади. Бывает падевый мед. А в нем много минеральных веществ, происходит переполнение кишечника, и пчелы погибают в зимовке. Поэтому зимуйте только на сахаре, по крайней мере в Сибири. В Сибири пчела вообще без человека не выживет, ее сюда завезли. Тут и без нее пылитель хватает. Вот, поэтому нежелательно зимовать на меде. Весной, да, весной другое дело. Да, там мед для развития. Но в зиму надо уходить на сахаре. Как говорится, я своими руками ради эксперимента и фактически загубил семью. Всем пока!